Нет. О, мы уже выиграли. Да, это Mother Mystery, наш любимый. Извините, я вернулась. И это видео будет о том, что мы будем собирать не монеты, ну не будет обычное видео, а будет такое видео, что, как сказать, мы будем собирать вот такие мячики, но только мячики. Если я соберу нечаянно монетку, то я выхожу из этого сервера и, может, даже поменяю скин. Кто знает? Это английский сервер. У меня есть ножи, но я не хочу их дарить. И у меня вообще немного ножей. Да, ой. Я топанула. Ну, скажу, что я топанула. Забыла. Нормально. Вот такая наказание. У меня много ножей. Я ненавижу покупать ножи. Мне вот эти. Этот пистолет и нож подходит. Извините, что я играю не с компьютера, не с мышкой, все такое, потому что у меня, ну, как сказать, немножко сломался Roblox Mother Mystery, когда я включаю вообще-то только Mother Mystery, и он мне просто вылетает. Мы выиграли, кстати. Извините, если буду я пить. Второе видео будет о том, как я буду только забирать монеточки. Ну и еще одно секретное видео. Но оно не очень такое долгое. Вот. Оно, можно сказать, вообще не долгое. Извините. И вот не важно. Ну давайте. Я только говорю. О! Ну короче. Сейчас будет АСМР. Когда меня убивают. Ну, Марь, где ты? Куда ты бежишь? Никуда. Ты от меня не убежишь. Скажи спасибо, что я не закричала, как вам лучше не знать. Могу так закричать. Лучше вам не знать. Я хочу пить. Вы, бывает так, что вы хотите пить, но не... Ну да, сладкий напиток. Это не бывает очень часто. Я вообще не очень люблю сладкие напитки. Не моя любимая напиток — это вода. И еще сладкая. Это что за игра? Это обновление, что ли? Круто. Я не играла почти нигде. А столько мой. Ну, вообще там все в этом. Мне вот столько, еще осталось немного.
Мы сегодня будем на это забираться. Когда заберу, то уже видео не будет. Не буду сниматься. Короче, я хотела объяснить. Я не знаю, как объяснить. Может, я не буду ничего ему не говорить. Может, когда я монетки должна собирать, то я не буду говорить. Извините меня, если я нечаянно заберу шарики, я не замечу. Ой, монетку я не замечу. Бля. Как пройти? Не, челлендж тут. Монетки не заберу. Я, наверное, не забрала, помогите. Если вы увидите, что я... нечаянно забрала. Я очень извиняюсь. Я реально могу нечаянно забрать. И просто так бегу-бегу. И забрала. Я просто не увидела. Так вы как, что я забрала, это не важно. Это моя. Ну, я иноцента очень люблю, я никто, и жизни я не нужен. Но если я подбираю пистолет, я так нужен. Но бывает, что я даже не хочу ничего никому помогать. Я забрала монетку. Это круто. Просто трэш. Сейчас я... Это не считается. Знаете почему? Они мне прям на глаза появились. Как я села, мистер? Но это я заберу монетку, если я не должна идти. Мне это... Их, если я забираю, то я удаляю Майнкрафт. Ой. Ну да. Или Роблокс. Неважно, мне эти... Игры все равно очень нужны. Вот я плут с этими трусами. Давай тут все ушу. Не знаю, да, я вам расскажу, что я обожаю трусы. Я не забрала. Они мои. Мы выиграли, время прошло, наверное, шерифа убили, да, убили. Жаль. Я чуть не сломала себе руку. Извиняюсь. Наверное. Этот ролик, наверное, будет часовой, может быть, и забирать столько. Я когда буду забирать если буду модель или шрифом, не считается, если я забираю монетку и имя. Я только сейчас придумала, мне страшно. Что я проиграю, я должен. Давайте-ка чек-клаб. Там я так старалась даже, чем Кача Лайф. Я не буду снимать это. Всем пока. Ну, не пока. Внимание, внимание. Она кампер. Ну, почти кампер. Была. Сейчас она не кампер. Ну, короче. Смотрите дальше. Всем привет. Уже закончилась эта битва. Она была очень долгая. Помогите. Да, я такая синий чел с трусами Fala Air. Я полопчу и мячик покидаю. Да, это мой новый трек. И да. Когда будет
Ну, такой ролик очень не длинный. Я когда заберу 10 тысяч монет, так то я вам вот просто, если вы меня увидели, ну, я, конечно, была 1 2 8 9 9, напишите пр, ну, пр, так как привет, привет, и я тогда сразу пойму, что это ты, моя подписчица. Ну, еще лучше написать твоя подписчица. Я твоя подписчица. Вот так вот. Я бегу. И бегу. Хорошо, что здесь не бывает. Тут. На камере. Она камера. А почему она тогда там стояла? И, ребята, мне этот сервер надоел. Давайте пойдем другой. Вот так. Да, так. И будем. Извините, если этот ролик будет слишком длинный. Я не виновата. Это виноват? Зачем? Кто я? Кто ты? И очень чё? Если будет слишком длинный, то я усну. Под конце ролика. Если вы не знаете, у меня по литовскому времени уже ночь. И я не знаю, может, я раньше этот ролик сниму, чем параллельно. Хочу себе язык сломать. О, люди. Она играет, она не сам играет. Почему? Она не может кто подойти ко мне. Зависит от твоего подруга его дружить. Или такие бывают человеки, что у них еще есть друзья, и они, ну, на других серверах. Ну, как говорится, ГГМ выиграл. Я так пропрыгнула тогда. Ой, боже, помойте. Она еще, наверное, про, но уже не про. Ее повозила сахарок. Или как там? Кусок мяса победил. Вот, короче, это кто-то из моих подписчиков. Да, моих все знают. Я уже не один. А я просто бабушка, я не понимаю. Ой, прыгаю. А где я? Вот я знаю, Чё? Вот такие видео мне нравятся, но просто я не знаю, как их делать. И бывает, что ты знаешь, какую локацию, вот так чик-чик, чик-чик, вот. И это очень сложно. Да, да, трэш, конечно. Здесь есть про, но эти про бывают нубами. Всем пока. Они меня бесят.